хоть мы и не получили метки плотников, мастерить из дерева разные штучки было здорово. Правда, подружки? Я бы лучше погоняла на самокате. Зато с сегодняшнего дня знаю точно, плотник — это не мое призвание. И не мое тоже. Да ладно, Свити, Скут, у вас отлично получалось. Только забивать гвозди рубанком все-таки не стоило. Рубанки, гвозди, опилки. Не, вот бы сделать так, чтобы метки появились сразу, безо всех этих неудачных попыток. Шух, со скоростью Rainbow Dash. Ага, как по волшебству. Но даже Твайлет не смогла наколдовать себе метки, ведь она так хорошо разбирается в магии. Видно, тут и волшебством не помочь. А если мы найдем того, кто разбирается в магии даже лучше, чем Твайлет Спаркл? Вдруг у него получится? Лучше Твайлет Спаркл? Ну даешь, Apple Bloom. И кто же это, а? Принцессы? Они просто скажут нам то же, что и Твайлет. Магия тут бессильна же, ребятки, ищите свое призвание сами. Нет, не принцессы. Кое-кто, знающий толк в магии, не хуже их обеих, и способный своим волшебством сделать все, что угодно. Твайлет сама так говорила. И вдобавок он сейчас живет совсем рядом, в Понивилле. И кто же это? Он? Он? Эпплблум, ты с ума сошла? Это ведь... Да как он нам поможет? Ха, да никак, Свити. Дискорд тут ничего не сможет сделать. Мои же ребятки, запомните самое важное правило грамматики. Слова «дискорд» и «не сможет» никогда, никогда не стоят в одном предложении. Дискорд может все, а чего не может дискорд, того не сможет никто.